always is. Тебе приятно здесь играть? Вообще удобно? Кто считает, что B12 еще забьет сегодня? Поднимите руки. Кто считает, что еще больше не забьет сегодня B12? Так, B12, у вас много фанатов. Кто готов поставить 1000 тенге на B12, что забил? Так, а кто против? Вот, если что, у него деньги. У Ильи из Пузачей. И... А вот, по-моему, с команды Каспи 2 уже поставил 1000, что не забьет. Вот так вот и подставляет людей. Ты выиграл, Илюха! Настроение у вас? Нормально. Вам нравится вообще площадка новая? Отличная площадка. Отличная. А где вы виделись? Что связано с баскетболом, все нравится. А. Абсолютно. А играть на ней, как вам думаете, приятно? Играть? Да. Я давно не играю уже. Но вообще, судить на этой площадке вам приятно? Да, конечно, свежий воздух, ветерочек. Тем более, недавно начал море влюбляться я. Что-то море стало мне нравиться. Вот видишь, в этом году уже несколько раз на пляж ходил. Раньше море не любил. Что-то Актау и море понравилось. Пожелания посетителям SOMKZ. Пожелание. Ой, немножко меньше матом там. Да. А ты будешь участвовать? Естественно. У меня есть идея, если мы подожгем твою бороду, и ты зажжешь горящей бородой, и ты выиграешь месячный абонемент. Настроение, как сегодня игра для тебя сложилась? Вообще Пузачи, честно говоря, мне больше симпатизирует, приятный такой соперник. А вообще среди соперников кто тебе больше здесь всего нравится? Ну я говорю, мне почему-то с Пузачами больше всех интересно играть, не знаю почему. А с кем, ну, не интереснее всего или сложнее всего играть? Ну пока не знаю, вот до этого две игры были, получается, с кем мы играли там, с B12 и с Саной. Сана, как Сом уже сегодня сказал, я уже забыл его слова, потому что они беспощадно, или как он выразился, я уже не помню даже, не смогу передать его слова. Недружелюбная команда, Сан. С ними было посложнее играть, чем с B12. B12 немножко помоложе, но я думаю, как Сом уже сегодня опять же добавил, они потихоньку уже сегодня уже очков 16 забили. Короче, потихоньку уровень,
ты ездил много вообще по Казахстану, по СНГ. Вот где такие площадки еще ты видел? Ну, честно говоря, нигде не видел. В Алмате был, в Алмате площадок не видел. В Астане тоже играли просто на асфальте. Стирали кроссовки, месяц по паре точно улетали. А сейчас, вот, то есть ты ощущаешь разницу, да? Разницу ощущаю, плюс еще ребята со Астаны уже хотят сюда ехать, смотреть на это поле и, соответственно, играть здесь. Ну и какое-нибудь пожелание посетителям сайта? Чтобы играли в баскетбол, чтобы прогрессировала молодежь именно здесь, в Актау, в Казахстане, чтобы у нас уже наконец-таки наша молодежь выступала как в лиге, так и просто здесь, за город. Не брали кого-то и легионеров, просто наша молодежь защищала город Актау.